16 сотрудников частных охранных агентств «Приморья» возвратились во Владивосток из командировки, которую они провели в Луганской области. На протяжении 3 месяцев сводный отряд обеспечивал безопасные школы детских садов ЛНР. Их встретили в аэропорту. Дорогие ребята, ну, во-первых, с возвращением вас всех. Очень рад видеть на нашей приморской земле. Вы 3 месяца находились в сложных условиях, выполнили задачу, причем серьезную задачу. Вы были частичкой нашей Родины на той территории. На самом деле вы большие молодцы, поэтому вы являетесь примером не только для всех нас, приморцев, а в целом для всех наших российских граждан. Сейчас охрану школ и детсадов на освобожденных территориях несут около 2500 человек со всех регионов России. Приморский отряд был сформирован на базе 2 крупных охранных предприятий. Он вернулся без потерь, готов при необходимости и впредь профессионально выполнять любую поставленную перед ним государственную задачу. О своей работе рассказали сами представители отряда. Сложность одна. Детишки маленькие, за всеми нужно уследить. Ну и самое важное, чтобы никто не навредил детям. Здоровье детей – это самое важное. Очень много размышлений было совместно с супругой. Супруга в положении находилась на 2 месяце беременности. Посидели, подумали и приняли решение, что необходимо отправиться на защиту детей, потому что дети – наше будущее. Вложили всю душу и тело, все силы, все возможности, которые у нас были. Кроме того, возвратившиеся специалисты привезли с собой письма и открытки детей. Одно из них со словами благодарности сводному отряду «Приморья» адресовано президенту России Владимиру Путину. В ближайшие дни оно будет направлено адресату.